Всех приветствую, командиры. ПВП, противостояние, карта ринг. Против меня играет Ван дер Вайден. Игрок сильный. Одно время частенько с ним встречался. Вот. Ну и вот, давно его не встречал. Тут мы встретились с ним. Так, ну что, смотрим, что же у нас происходило в этом бою. Бой получился такой жаркий. Оппонент играл героями. Приходилось противостоять героям в этом бою, так. Я героями особо не играю, у меня прокачан оса. Шестой класс, начал потихоньку качать седьмой. Но пока редко ее применяю, скажем так. Ну, ресурсы собрал, наверное, собрали 50 на 50. Вот, сейчас еще в море выхожу, буду море собирать. В общем, собрал вроде бы неплохо. Здесь вот куча пехоты гуляет. Так, вот здесь сейчас, по-моему, под базу у него. Ну, в общем, я где-то побольше маленько собрал. Сейчас попытаемся отжать большой контейнер. Сейчас будет борьба за большой контейнер. Так, вот здесь вот, смотрите, сейчас сразу разведаю оппонента. Посмотрим, что у него на базе происходит. А нет, смотрите, ковыряет центр снабжения. Вот здесь вот видим, герой вышел у оппонента. Вот. Так, достраиваем центр снабжения. Собираем уже контейнеры по морю. Также собираем ресурсы. С большого контейнера оппонент вроде бы подошел герой, но не успел. Герой, кстати, хорошо прокачанный, уничтожил всю мою армию, да. Так, вот здесь тоже оппонент собирает контейнеры по морю. Собрали где-то 50 на 50. Разведуем, смотрим, что у нас происходит. Естественно, будет авиация. Так, я уже в четвертый уровень штаба выхожу. Оппонент еще в третьем, я уже в четвертом. И вот здесь вот на самом деле... Мне нужно отбиться от героя. Хорошо, что он еще пехоту сюда не пригнал, да, здесь всего лишь одна дельта и герой. И вот тут на самом деле я поражен тем, что смотрите, как прокачан хорошо у него герой. Здесь ягуар вовремя отъехал. Начинаю сейчас вот сражаться ягуар против героя, да. И я не знаю, вроде бы как бы герой, да, вот этот вот Цербер, ну, против пехоты борется, да, но он очень хорошо также борется и против ягуара, смотрите. Я вот на самом деле просто был в шоке. На, еще сверху накинул. Ягуар умрет? Да. Представляете, да, что происходит? Я в шоке. Добивает мне завод. То есть я тут просто в глубочайшем минусе оказываюсь. Хорошо, что вышел кречет. Вовремя я сделал кречет. Здесь кое-как вот сейчас отбиваемся. Опять выходим в тяжелых танков, да, в ягуаров. Здесь вот еще пару дельт приехало, но на самом деле ни о чем. Сделал пехоту, естественно, начинаем раскидывать по кустам, чтобы контролировать карту. Вот, пока сейчас идет развитие, оппонент тоже выходит спокойненько в четвертый уровень штаба. То есть беспрепятственно, спокойненько, на голоснабжение. Он сейчас все это прекрасно делает. Также у него сейчас появится авиация. Да, он меня тут в минус загнал по заводу. Вот, приходится мне новый завод ставить, а у него все в порядке. Летаем, тут делаем такую разведку боем, ставим пехоту в кусты. Сейчас будем раскидывать по всей карте, чтобы наблюдать за передвижением моего оппонента. И делаем авиацию с двух заводов. Сейчас скажу, почему я делаю авиацию с двух заводов. У меня должно быть явное, прям большое, огромное преимущество в авиации. Потому что вертекс очень маневренный. И чтобы его как-то догнать и перебить в воздухе, у меня просто должна быть огромная подпитка до заказом, да, потому что кречеты будут очень хорошо сливаться. Вот. Поэтому играю через два завода авиации. И только потом начинаю делать наземку. Давайте смотреть, что же сейчас у нас из этого получится. Потихонечку раскидываем разведочку по карте, чтобы оппонент особо меня не замечал. И вот здесь уже начинаются воздушные бои. Тут пытаюсь летать, перехватывать оппонента. В этом бою мне понравилось, как я летал. На самом деле, сейчас посмотрите, я очень хорошо перехватывал оппонента. Разведка мне докладывала, где оппонент летает, улетел ли он на базу или нет. Вот здесь, смотрите, летит разведка. И вот кречеты на самом деле еще маленько подтупливали. Здесь я уже давно нацелился на вертексы, но они залп никак не давали. Не хотят они никак залп давать. Вот, я не знаю, они как-то летают криво. Вот. Так, четвертый уровень штаба есть у нас. Выходим на ЕГХам. Ну и не забываем делать авиацию. Разведка по карте худо-бедно расставлена.
Вот сейчас еще здесь разведка у меня бежит, а здесь вот борьба за большой контейнер. Все большие контейнеры оппонент отдавал мне, то есть ресурсов у меня было достаточно. Так, смотрим. Летим. Летим, сейчас будем пытаться перехватывать, наверное, оппонент. А, циклон. Смотрите, здесь циклон. Делаю залп и улетаю в правый угол. Сейчас будем ловить вертексов оппонента, потому что он сейчас должен вылететь следом, потому что циклон я не добил. Да, вот он вылетает, и я его перехватываю. Сразу же нацеливаюсь на вертекса и еще делаю залп. То есть вот сейчас опять, смотрите, опять я сразу же нацелился, еще залп. И еще я нацелился сразу же на следующего вертекса. То есть в этом залете я его просто минуснул конкретно. Вот, я, по-моему, ни одного не потерял. Я лишил его авиации, сейчас он просел нормально. Так, смотрим. Выхожу в ЕГХАМ и сейчас буду выдвигаться уже непосредственно на центр карты, да, и попытаюсь как-то уже давить оппонента и морально, и армией. Вот, выдвигаюсь потихонечку, а оппонент вот здесь вот тоже выдвигает разведку, пехоту, да, пытается выставлять маячков, летаем. Вот здесь замечаю разведку от оппонента, и сейчас летим ее перехватывать, все, уничтожили. Вышел у меня хамелеон. Выдвинулся я на центр. Вот, оппонента пока не разведывал, но оппонент, как я и говорил, будет играть героями. И давайте же посмотрим, что же у нас сейчас, как покажут себя герой. Вот он, герой. Герой у нас просто ужасный. Тут еще один выходит, герой Цербер, Солярис. То есть здесь просто с одного удара он мне тут уже нормально так ХП забрал, дикообразу. Я сразу понял, что будет очень плохо. Так, и здесь начинаем кречетом и выпиливать ему щита. Начинаем выпиливать щита. Небольшой недоконтроль был. Хамелеона не сразу включил, так как выцеливал щита. Выбиваем одного щита. Здесь у него еще один щит есть. Также есть у него тайфун. Естественно, я отступаю. И вот здесь принимаю решение добить Цербера, да, Цербер на самом деле бронированный, смотрите, вот залпы делаю, и ягуары по нему били, и вот сейчас кречеты бьют, и кое-как, еле-еле, представляете, и опять я его не добил, ужас, оппонент с одним щитом в атаку идти не хочет, вот, ждет, я так понимаю, до заказа, ждет армии, я кречетами отступаю, армии тоже вот здесь вот по центру стою, жду его, разведка докладывает, оппонент наступать не идет, да, видите, а вот теперь смотрите, оппонент опять наступает. Вот, я маленько встаю в боевой порядок и вот здесь вот пытаюсь его принимать. Но оппонент не идет. Летим авиации. Бьем тайфунов. И вот тут вот лечу прям под тайфунов. Сейчас попытаюсь выбить одного. Кречета потерял. Сейчас попытаюсь выбить еще одного. То есть лишить его воздуха, чтобы кречеты мои хотя бы летали беспрепятственно. Но потерял я. Как я и говорил, с двух заводов до заказа сделать намного проще, да, сразу же заказываю кречетов, вот, и здесь оппонент пытается меня проатаковать, давайте, я здесь отступаю, потому что светит меня циклон, сейчас будет бить Солярис, естественно, я отступаю, и оппонент это понимает, тоже отступает, но вот тут у него запутался щит, сейчас попытаемся его забрать, не знаю, получится, нету, на съедение он тут Зевса еще, тоже Зевса запутались, нет, щита забирать не буду. Щит очень быстро уехал. Не получилось у меня забрать щита. Делаем дозаказ. Копим также наземную армию. Сейчас попытаемся забрать большой контейнер. Так, ну что, смотрим, что происходит дальше. Сейчас опять будут полеты-разлеты. А нет, оппонент все-таки не дает мне забрать большой контейнер. В этот раз он решил его все-таки забрать себе. Вот тут я начинаю маневрировать. Здесь вот наперед выехал у него Солярис, ох, какой был удар, много, три юнита практически мне уничтожил, представляете, да, какая-то мощь Солярис, сразу же три юнита, если в хамелеон попадает, все, ГГ. А вот здесь начинаем маневрировать, отступать, оппонент все-таки заберет большой контейнер, вот, я здесь маленько отступаю, кречеты практически готовы, два звена. Быстро, кстати, набирая из двух заводов. Вот здесь нечаянно слил разведку. Оппонент добирает ресурсы и выдвигается в атаку. Давайте сейчас посмотрим. А нет, не выдвигается. Оппонент отступил. Не стал он
атаковать. И вот здесь он меня принимает, я здесь отступаю. И вот здесь вот начинаю уже летать авиацией, пытаюсь как-то его побить. Вижу, что тайфунов, сразу начинаю их выцеливать. И вот здесь вот оппонент вылетает. Вылетает оппонент, пытаюсь сейчас его сразу же перехватить. Дикобразов у меня нету. Вот здесь вот начинаю его перехватывать. Опять нацеливаюсь, он еще тут летает. И опять оппонент потерял всю авиацию. Опять потерял всю авиацию. Все. Минус вся авиация за один залет. У меня осталось 1, 2, 3, 4 кречета у меня осталось. То есть я потерял 4 кречета, он тоже потерял практически всю авиацию. Опять делаем общее производство, делаем дозаказ кречетов. Армия стоит пока на центре. Пока такая борьба у нас по центру идет. Так, и вот здесь вот делаю разведку. Делаю разведочку, смотрим 4 уровень штаба. Два авиазавода тоже у оппонента и небольшое количество вертексов. Так же оппонент принимает решение проатаковать мою базу. Смотрите, вот Солярис, просто Солярис уничтожает мой завод. Кречеты делают по нему залп, но все без толку. Моя армия спускается с холма. И вот тут на самом деле начинается самое интересное. Я начинаю принимать его. Моя задача сейчас — нужно уничтожить Соляриса, который просто огромнейший урон наносит по моим заводам. Заводы у меня слабо прокачанные, то есть брони нету вообще. Ну, есть, конечно, чуть-чуть, вот, но они сыпятся, просто сыпятся. Оппонент начинает сносить заводы, я начинаю сносить ему армию. А авиация у меня вся уничтожена, тайфуны отработали по полной. А, и вот здесь вот начинаю как-то пытаться уничтожить оппонента. Ну, давайте понаблюдаем. Практически у меня здесь ягуаров мало, хамелеон он сзади там запутался. Вот, оппонент здесь, смотрите, в кучку встал, у него работают, по-моему, даже все щиты, да, все щиты у него работают, сейчас попытаюсь выбить. Сначала фокус делал по ягуарам, и сейчас, по-моему, фокус буду делать на щит. Сначала нужно уничтожить щит, да, а потом уже уничтожать армию. Вот сейчас фокус делаю на щит, сел хамелеон, вот сейчас включаю еще один. Сейчас, по-моему, даже ягуарчиков по-другому расставлю, да, потому что оппонент попытается их выбить. Летят вертексы, пытается он мне выбить здесь, пытается выбить аэродромы, но и сразу же улетает, не стал он рисковать. Выбил ему щитов, выбил зевсов, да, и постепенно начинаю добивать все, что здесь осталось. Вот, так, оппонент отступает, и я здесь начинаю восстанавливать заводы, то есть кое-как худо-бедно отбился. Смотрим, что будет происходить дальше. Заказываю авиацию. Авиация очень-очень сейчас нужна, потому что оппонент летает, пытается здесь что-то мне выбить. Вот, ПВОшек у меня нет, но очень много ресурсов, обратите внимание. Сейчас я начинаю их скапливать, отстраиваю, ставлю ПВОшки, чтобы оппонент по базе безнаказанно не летал. Так, вот здесь разведка докладывает, оппонент выдвигается за большим контейнером, я так понял. Пытаюсь здесь вылететь, перехватить его, но он уже улетел, включая гурт-авиацию. И смотрим, что здесь происходит. Тайфуны. Опять у него здесь герой. То есть захватывает большой контейнер. Я тем временем выхожу опять в заводы. Ставлю заводы, да, заказываю армию. Два ЗСМа у меня, два ЗШМа опять восстанавливаются. Опять восстанавливаю все быстренько. И сейчас буду опять ему пытаться как-то противостоять. Так, здесь вот опять мою разведку заметили. Попытаются ее уничтожить. Вылетаю кречетами. Попробовал ударил героя, но я думаю, это плохая затея. И сразу же улетаю, да, так как у меня вся авиация там погибнет под тайфунами. Плюс он меня еще, не дай бог, перехватит. Вот. Здесь, смотрите, только потом я пойму, что вот здесь вот на самом деле лакомый кусочек. Можно будет авиации летать и забирать ему заводы. Так, копим армию. Давайте мотаем. Практически два звена кречетов набрал. Сейчас вот опять оппонент летает. Разведку боем делает. Я все боялся торов. Но торов пока что-то не видать. Сразу же после авиаразведки передвигаю армию. И вот здесь вот неожиданно, просто неожиданно, я просто не ожидал, оппонент выдвинулся в атаку. Я здесь на самом деле очень много армии потерял. Так, вот здесь сейчас кречетами отступаю. Летать не стал. Оппонент летает на базе под ПВОшками. Вот, всю авиацию практически сейчас он потеряет. ПВО дает залп, плохо дает залп. Вот, всю авиацию он здесь потерял. Я выдвигаюсь на позицию оборонять базу. Да, думаю, если он пойдет через узкий проход, буду его принимать. Но оппонент не идет, он все понимает. Я в обороне, у меня есть 8 кречетов, которые сейчас проведут разведку боем. Так, оппонент отступил.
Сразу же, смотрите, выбил ему щита. Щит был не включен. Оппонент не рискнул атаковать. Маленько опять отступает. Также выбил ему Зевса. Армии на самом деле здесь немного. Да, и неплохо у меня получается летать. У него тут тайфун только два или три тайфуна. Вот, все равно. Делаю большие круги в надежде, что оппонент вылетит на перехват, и я перехвачу его. Специально вот отлетаю прямо на базу. Вот, ну, сейчас уже принимаю решение сесть. Жду, когда оппонент будет атаковать, но оппонент что-то не атакует. Так, лечим войска. Буст общего восстановления. Так, и вот здесь вот разведка доложила, оппонент вылетел. Я вылетаю на перехват, но оппонент что-то улетел обратно. Ладно, летим на базу, смотрим, что происходит дальше. Нет, вот опять вылетаю. Доел все-таки, добрал Зевса. Да, добрал Зевса. И опять улетаем. Оппонент выдвигается на правый фланг. Разведка докладывает. Карту маленько контролирую. Армия у меня с левой стороны. Вот, оппонент выдвигается направо. Так, армию заказываю также. Продолжаю заказывать. И смотрите, что я делаю. Я вижу, что он еще далеко. Он на центре карты движется. Я включаю голд разведку техники. И сейчас попытаюсь проатаковать его армию. Что делаю дальше? Сношу здесь казарму, ставлю стройдвор. Буду строить стены. Наконец-то я их вспомнил. Я вспомнил, что у меня есть стены. И с помощью дозаказа попытаюсь отбиться. Оппонент увидел, что я выдвигаюсь на его базу. Да? Вот я сейчас подвигаю хамелеончик, остановил всю армию. И выдвигаюсь вот здесь вот в узкий проход. Попытаюсь снести ему какие-то здания и сооружения. Ну вот здесь вот какую-то часть армии оппонент вроде бы отправил. Я здесь ставлю стены. Да? Вот у него здесь армия растянулась, у него здесь кусочек, вот. Ну, а я тем временем вот этим небольшим отрядом в горы полезли, не знаю куда. Вот этим небольшим отрядом сейчас попытаюсь нести ему какие-то здания и сооружения. Дозаказ коплю на базе. Так, вот здесь уже летают вертексы. Сношу ему вот этот вот завод третьего уровня до героев. Вот этот Солярис на самом деле бесит ужасно. Сношу ему уже это административное здание. Ну, и здесь вот он, этот Солярис. Приехал, чтобы меня уничтожить. Дает залп, практически три ягуара уничтожены. Сразу же фокус делаю на него, чтобы его уничтожить. Тут вот щит, по-моему, да, или что тут у нас? В туман ко мне заехал щит. Щит уничтожил, добиваю здесь армию. Так, и где у меня дозаказ? Дозаказ армии, где всего лишь три ягуара. Еще заказал кречетов, два звена есть. И вот здесь вот всю армию на самом деле он вернул, то есть на мою базу меня не атакуют, а всю свою армию вернул к себе на базу. Так, смотрим, что происходит дальше. И вот на самом деле я уже начинаю делать залет по его базе. И обратите внимание, два звена кречетов, голд атака, кречеты фуловые. Делаем залп по аэродрому. Уничтожить не могу, потому что по броне, я так понимаю, он фуловый. Делаю еще вот. А, кстати, он еще тратит ресурсы, выходит в пятый уровень штаба. Вот, ресурсов у парня очень много. Поднимаются вертексы, сразу же их уничтожаем. И вот тут вот на самом деле я делал неправильно. Так лучше не делайте. Добивайте сначала один аэродром, потом добивайте другой аэродром. Да? А я тут, смотрите, все здания по чуть-чуть побил. И сейчас у меня просто сядет топливо. Сейчас у меня просто сядет топливо, и я просто... Ни одного здания так и не уничтожу. Все, вот здесь вот на самом деле уже садится топливо. Еще полетели через базу. Часть кречетов погибла. Вот. Лучше так не летать, лучше так не делать. Здесь оппонент принял попытку проатаковать малым отрядом. Здесь у меня уже хамелеон, до заказа вышел. Герой Серафим у него погиб. Здесь вот еще идет армия. И здесь я его узкий проход начинаю принимать. Но здесь вот на самом деле прям такая большущая армия уже выдвигается на меня. Так, дозаказ кречетов нету. Всего лишь 3 кречета осталось. Ни одного завода я не снес. И вот здесь вот идет вторая попытка меня продавить. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я его принимаю, стою на базе. Он тут всей прям толпой заехал. Пытается выбить мне хамелеончиков. Пытается выбить здания, до которых может дотянуться. Вот, ну а я... На голд атаки всех юнитов пытаюсь уничтожить ему Зевсов. Зевсов, по-моему, тут даже больше, чем моих ягуаров. Да, намного больше. Сейчас пытаемся их выбить. Как вы думаете, получится, нет? Я думаю, что
Нет, здесь меня потихонечку, постепенно пробивает, но постепенно, потихоньку, все-таки я отбиваюсь. Представляете, да? Я отбился, опять потерял все заводы, сразу начинаю восстанавливать заводы. Вот. Я отбился, делаю дозаказ, тут у меня даже 5 ягуаров с одного завода заказано, один завод ягуаров остался. Небольшой дозаказ у меня есть, также авиация, ресурсов нету. Центр снабжения у меня все стоят на месте. Зря я использовал буст восстановления зданий. И вот здесь оппонент вышел, Сторов. Вышел Сторов, убил мне завод ЗШМ, единственный. Да? Тут я вот летаю, пытаюсь его как-то перехватить. Пытаюсь как-то перехватить инициативу в воздухе. Но вот тут оппонент уже вышел, Сторов, да, и на самом деле это очень-очень печально. Восстанавливаемся, боремся дальше, посмотрим, что же из этого получится. Так, смотрим. Здесь вот такой беспокоящий отряд у меня на самом деле. Тут я сделал вид, что еду направо. Тайфунчик спустился с горы, да, и он думает, что я поеду направо. А я на самом деле поехал налево. Ну и пока я вот этим небольшим отрядом атакую, у меня есть время восстановиться, да, так как вот этот отряд сейчас его на самом деле очень сильно отвлекает. Вся его армия поехала сюда, да, а я на самом деле поехал вот сюда. Опять попытаюсь снести ему завод. И вот тут сейчас у него Тор есть же, да, правильно? И он сейчас будет меня бомбить. Я, естественно, передвигаюсь, здесь уже подходит его армия, пока тут маневрировал. И вот здесь вот начинает бомбить Тор. Практически он попадает, да, но промахивается. Все-таки завод я ему один снес. И здесь уже подошел Зевса щит, да, и начинает уже разбирать мою армию. Так, летаем здесь кречетами, перехватываем, по-моему, Торов перехватывал, точно не помню. Так, вот здесь вот что-то летаем, пытаемся сейчас добить ему завод до Зевсов, да. Попытаюсь ему забрать завод до Зевсов, у него их два. Сейчас, по-моему, попытаюсь по аэродрому еще ударить, да. Вот, бью по аэродрому, не знаю, уничтожен, нет, вот кречеты, ну как они летают, мне это добивает на самом деле. Вот на самом деле добивает ужасно. Как вот они летают? Забрал ему завод, забрал ему один аэродром. Здесь вот вылетают вертексы на перехват. Я их тоже пытаюсь перехватить, по максимуму лишить его воздуха. Да, неплохо вроде получается. Есть у меня 4 недобитых кречета. Поймаю вертекса, да, добил. То есть посадил ему завод, аэродром и минус авиация. Еще один залп успел дать вот по этим вот аэродромам. Так, оппонент вот летает торами. Бомбит мне завода, кречеты у меня сели, перехватить не могу. Делаю тут дозаказ кречета, восстанавливаю опять завода. Ну что, смотрим, что происходит дальше. Так, разведка докладывает, тут Зевса щит стоит. Куда-то он выдвинулся, не знаю куда. Вот, восстанавливаемся. Оппонент торами пытается. Кстати, у меня уже два звена кречетов опять накопилось. И вот сейчас, на самом деле, вот сейчас будет такой переломный момент в этом бою. Сейчас давайте посмотрим. Пока вроде бы мы с ним, вот, летят торы. Я, смотрите, куда лечу. Летят торы бомбить мне заводы. Я лечу бомбить заводы ему. И вот тут, смотрите, что происходит. Вот сейчас с кречетами летаю, все прям идеально. Но вот сейчас не дал залп. Я не знаю почему. Я нацелился на завод авиации. Опять. Ай-яй-яй. Летают прям через ПВО. Меня это взбесило. И вот тут просто, я не знаю, как они так. Они не дают залп. Я направляю, они не дают залп. Они летают как-то непонятно как. И тут я просто теряю всю авиацию. И просто психанул и вышел из боя. Все.